Радио 54. Мы будем транслировать практически все. То есть, ну, у нас я уже боялась, что вы скажете все, и на этом диалог закончится. У нас получается там по две трансляции в день. Естественно, церемония открытия-закрытия. Обязательно это нужно смотреть. Открытие 2 марта, кстати, получается, ну, вечером, там, в 8 часов. И закрытие у нас состоится, сейчас смотрю в календарик, 12 марта, действительно, тоже в 8 часов. Да, со 2 по 12, соответственно. Это открытие-закрытие. Первая трансляция у нас уже 1 марта. И это хоккей с мячом, который мы показываем вообще практически все матчи. И групповой этап, и плей-офф, и финал, и так далее. Потому что в хоккее с мячом у Новосибирска... В Новосибирской области огромное представительство. Ну, по меркам вот сборной России. Оно действительно огромное. У нас, во-первых, тренер Николай Коновалов вошел в тренерский штаб нашей национальной команды. Во-вторых, у нас есть замечательный полузащитник Денис Петров, это новосибирский Сибсельмаш, и также нападающий Сергей Ган, также Сибсельмаш. И очень обидно, вот эта новость, наверное, ее еще никто не знает, Егор Дарковский, также у нас полузащитник, он был включен в состав национальной команды, но вчера вот я побывал на игре Сибсельмаш, и мне сказали, что он заболел, поэтому, к сожалению, не сможет приехать на Универсиаду, так что вот с трех игроков у нас до двух представительств Новосибирской области сократилось. Но все равно за хоккей. Но мы будем болеть за него, чтобы не он скорее выиграл. Это не помешает нам завоевать золотые медали. Это не помешает, медали. Я уверен, тем более, что мы чемпионы мира. С мячом, ну, со шведами, да, там в финале, наверное, побьемся. Очень хочется, чтобы именно эти команды, классическое противостояние, в финале сошлись. Финал, кстати, состоится 10 марта, и вот так же покажем. А жеребьевка уже была с какой первой командой? У нас первый матч Россия-Казахстан, затем Россия-Белоруссия, Россия-Норвегия, Финляндия, Швеция. Ну, в общем, да, со шведами, кстати, мы встречаемся. 8 марта. И 8 марта, девчонкам подарим победу. У нас отличный подарок есть для всех девушек, женщин и для мужчин в том числе, потому что именно 8 марта мы покажем женский хоккей с шайбой, и это будет поединок Россия-Канада. Обязательно смотрите. 19:30. Вот это мурашки вот сейчас это побежали. Супер. Вот это жесткий подарок. Другие трансляции в других спортах. Ну и в мужской хоккей, естественно, тоже показываем. И тоже здесь у нас есть представитель Новосибирской области Александр Шаров, нападающий Сибири. Понятно, он не воспитанник, но тем не менее Саша замечательный хоккеист и достаточно долго уже здесь играет. У него длительный контракт еще, по-моему, на 3 сезона вперед. Так что, Саша, надо привыкать. И за него обязательно поболеем. Сибирь, видите, в плей-офф КХЛ не попала, но зато... Потому что Саша, наверное, уехал готовиться. Ну да, решили освободить, так сказать, для него пространство, чтобы он смог поехать на Универсиаду. Так что здесь тоже мы покажем, ну, практически игры по максимуму. И, конечно же, финал хоккейного турнира. Это будет заключительная спортивная трансляция перед закрытием. 15:00, 12 марта. Обязательно матч за золото включайте. Я думаю, сборная России там будет точно. И практически наверняка, но мы должны побеждать. Мы должны побеждать, мне кажется, это обязательно. Что, дальше поехали? Да. Давайте коротко, может давайте, быть, скоро не так реклама, много времени, коротко. Да, уже. Показываем, конечно же, фристайл, показываем биатлон, смотрите все трансляции в программе, все это указано, много видов спорта, показываем шорт-трек, как я уже сказал, фигурное катание, к нему тоже здесь отдельное внимание. Во все эти виды спорта, прошу прощения, Саша, вошли новосибирские спортсмены? Я их как раз поэтому вот так быстренько пропихнул, потому что здесь новосибирцев нет, новосибирцы у нас в лыжных гонках, Андрей Бокарев, который в январе на чемпионате мира молодежном выиграл 30-ку, 30 километров классическим стилем. Там вообще фантастическая гонка была. 4 наших спортсмена сборной России финишировали друг за другом. И Андрей Бокарев выиграл эту гонку. Молодец, и я Андрюшка. Уверен, что на Универсиаде он будет бороться. Здесь посмотрим, на какие дистанции он будет заявлен. Я надеюсь, что и, соответственно, его выступление, как только будет известно, на какую дистанцию он заявлен, внесем эту трансляцию в программу и также покажем. И в сноуборде у нас Данил Дильман, это сноуборд-кросс. Данил Дильман и Мария Васильцова выступают. Ну, я не знаю, наверное, многие слышали эти фамилии, да, ребята заслуженные, Россию, международные соревнования выигрывали, и на Олимпиаде в Пхенчхане также участвовали. Но там не удалось, да, побороться за самые высокие места, но, тем не менее, я думаю, на Универсиаде
команде шансов больше. Наверстаем. Тем более, что Данил Дильман выигрывал тестовые соревнования как раз на трассе в Красноярске, которые проходили. Ну, там ему все знакомо, значит, все. Да. И он там тренируется в Красноярске, то есть он на два города как бы живет, Новосибирск и Красноярск. Но он говорит, что выступает за Сибирь в целом, и в Новосибирске он как раз учится. Вот, так что Данил будет также одним из фаворитов. А так можно? Ничего, что у нас такие преимущества, что мы тренировались на трассе? Ну, нет, он тренировался-то не совсем на этой трассе, все равно ее меняли, и на тестовых соревнованиях она была чуть-чуть другая. Он там в интервью говорил, что к универсиаде ее чуть-чуть поменяют, но тем не менее, смысл в том, что спортсмен, получается, у него уже позитивное вот взаимодействие с этим спортивным объектом, сопкой, у него есть, и... Мне кажется, это должно сыграть ему на руку. Это все звездные трансляции с нашими спортсменами? Да, ну, смотрите, их очень много. Я говорю, что две трансляции в день. Прогнозы какие-то есть у вас, Александр, на универсиаду? Кто победит, кто наши самые важные соперники? На кого надежда? Да, ну, ставить будете? Нет, победит сборная России, это можно ставить однозначно. Здесь, я думаю, букмекеры даже не будут принимать ставки. Вот неофициальный командный зачет, потому что 12 лет назад последний раз наша команда не выигрывала универсиаду, тогда Южная Корея в Турине выиграл. С тех пор Россия не отдает, и, конечно же, домашняя универсиада зимняя. Красноярске, ну, никак не может остаться за кем-то другим. У нас сильнейшие составы. Там еще с фигурным катанием, конечно, не совсем все понятно. Федерация думает, там есть варианты, но тем не менее. В любом случае, и там мы тоже будем рассчитывать не медали, несмотря на отличных японок, кореек. Вот, так что, ну, фигурное катание, да, один из таких самых главных, наверное, стартов, самых ожидаемых, потому что там и Самарин у нас будет выступать, между прочим, серебряный призер чемпионата Европы минувшего в этом году. Вот, ну, конечно, в фигурном катании можно обратить внимание на замечательную спортсменку из Объединенных Арабских Эмиратов. Вот так вот. Фигурное катание и Арабские Эмираты. Дело в том, что Захра Лари, которая представляла свою страну на Олимпиаде в Пхенчхане, и ее видели. Вот она первая спортсменка в фигурном катании ОАЭ, которая выступила на международном уровне. И она выступает в хиджабе. То есть она вот показывает, что несмотря ни на что, можно... найти выход, да, и выступать в любой ситуации. Ее совершенно это не смущает, и наоборот, зрители ее поддерживают, понимают, что она первопроходец. Твой дом, твоя область. Новосибирск 106.2 FM.